Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу решение проблемы, почему вы не слышите щелчки клавиатуры на вашем iPhone или iPad. Я уже записывал об этом видеоролик, есть, по-моему, даже один или два, точно не помню, но вы активно мне об этом пишете. Решение проблемы простое. Берете ваш iPhone, для начала заходите в настроечки, звуки и рингтоны, опускайтесь в самый низ, и у вас должна быть активирован ползунок щелчки клавиатуры. Это раз. Второе, вы должны выйти полностью на рабочий стол, включить максимальную громкость до полной полосы завершения звонка. То есть не громкость музыки и наушников там, а именно звонка. То есть звонок и громкость звука у вас там каких-то там в соцсетях, это разные вещи немножко. И третье, качелька звук без звук у вас должна быть активирована вверх, а не вниз. Это все те три пункта, которые вам нужно знать, чтобы ваши щелчки были слышны. Но вдруг по каким-то причинам, если у вас не работает качелька, либо же кнопки регулировки громкости на уменьшение, либо на увеличение, есть выход простой, вам нужно активировать Assistive Touch. Также заходите в настройки, прописываете Assistive Touch. Активируете, заходите, выбираете главный пункт, это аппарат. В этом аппарате, когда нажмете, вы увидите и регулировку громкости, и точно так же звук без звук. Это будет полное решение проблем данной ситуации. Если же вам ничего с этого не помогло, значит, скорее всего, у вас какой-то системный баг, то есть проблема модема. Вы можете зайти в настройки об этом устройстве, прошивку модема. Если вы не увидите в прошивке модема никаких цифр, значит, труба вашей платы, скорее всего. Может быть, решение проблемы в перепрошивке, сбросить полностью настройки и восстановиться заново. И если же в этой ситуации вам ничего не поможет, значит, ну тогда уже все. Здесь вам ничего не поможет, кроме того, как просто заменить плату либо на новое устройство, к сожалению. А чтобы быть в курсе моих событий, знаете, что нужно? Правильно, подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока! We'll be right back.